Суд Златоуста вынес приговор бывшему сотруднику банка, который кувалдой разбил банкомат и похитил больше 3 миллионов рублей. По версии следствия, 41-летний мужчина ночью проник на территорию банка. Там он взломал замок терминала, откуда похитил деньги. Его подельник в это время наблюдал за обстановкой на улице. В ходе расследования выяснилось, что профессиональная деятельность взломавшего банкомат мужчины связана с обслуживанием данных аппаратов. Поэтому он знал, как его открыть, и принес с собой кувалду. Материалы уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного пунктом Б, части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлены в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу. После кражи оба товарища скрылись, деньгами распорядились по своему усмотрению. Мужчине грозило до 10 лет тюрьмы. Вину в зале суда он не признал, его обвинили по статье «Кража» и осудили на 2,5 года.